Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Александр Жук, автор блога HelpZarobotok.ru. И сегодня у нас на рассмотрении новый курс, который с честью удостоился звания «Продукт недели». Курс называется «1200 рублей за 5 минут. Быстрый заработок». Обратите внимание на картинку. Так вы скажете: «Вау, сколько денег!» И вы такие деньги можете заработать. Сразу? Да нет. В том-то и дело, что данный курс рассчитан на перспективу. Здесь не быстрый заработок, а стабильный и, можно сказать, вечный. Почему? Внимательно прочитайте мой текстовый обзор и внимательно досмотрите мой видеообзор. Теперь давайте посмотрим, на чем нам предлагается здесь зарабатывать. Нам предлагается зарабатывать на продаже вечных ссылок. Вау, скажет некоторые, цена продавать? Ничего подобного. Вас будут сами искать и сами просить, чуть ли не умолять: продайте мне вечную ссылку. Думаете, сказка? Ничего подобного. Так оно и есть. Этот курс, скажем так, мне много дал нужной информации. Большую часть я как бы знал, как автор своего блога я все-таки применяю продвижение и так далее. Но какую-то часть информации я просто узнал из этого курса, и она для меня была бесценной. Теперь, что касается вас. Как вы будете зарабатывать? Вам предлагается создать сайт не один, не два, а лучше 5, 10, 20, 50. Опять сказать: вау, как-то трудно, ничего подобного. Дело в том, что вы будете создавать свои сайты на бесплатном сервисе, не вкладывать ни копейки ни на создание сайтов, ни на продвижение, ни на дизайн. Опять сказать, сказка, ничего подобного. Внимательно смотрите курс. Там все это рассказывается и показывается. Так как свои обзоры я делаю честными, поэтому я вам сегодня все покажу, что есть в курсе, что плохо, что хорошо. Также вам все расскажу. Итак, давайте о курсе 1200 рублей за 5 минут. Как я уже сказал, продавать будем вечные ссылки. Что внутри курса, чуть позже. Давайте посмотрим на продающий сайт. Вот здесь хотелось бы сказать несколько слов. Значит, 22200 в прямом эфире без вложений. 100% без продаж, 100%, потому что вам будут сами заказывать, вы не будете искать клиентов. Соответственно, как таковая продажа, ну, будет совершаться, ну, не так, как все, что вы ищете клиентов, рекламируете. Здесь будут сами вас искать, без партнерок, никаких партнерок. Значит, то, что на видео, этот человек показывает, я полностью подтверждаю эти данные, да, это можно заработать, но не сразу. А как я сказал ранее, в перспективе, то есть через месяц, через два, а может быть через три, как вы будете стараться, но не ранее, чем через один месяц. Если кого-то это не устраивает, пожалуйста, ищите кнопку «Бабло», закройте мой блог, закройте мой обзор и не смотрите дальше. Для тех, кто хочет начать зарабатывать на этом виде деятельности, и не только на этом, а ниже я еще скажу, то внимательно слушайте и смотрите до конца. Значит, одну неточность сказал. Теперь все просто, это действительно просто. Не надо бояться то, что ой, как сложно создавать сайт, ой, как сложно там вступать на какую-то биржу, ничего подобного. Все это не так сложно. Реальный рабочий способ, 100%, одно действие. Ну, как бы здесь не могут сказать, что одно действие, вам нужно создать сайт, наполнить, а после этого, конечно же, будет одно действие. Просто ваша продажа, вы говорите «да» или «нет». То есть вас устраивает цена там 200-300 рублей за ссылку, вы говорите «да», если не устраивает, говорите «нет». Ну вот как-то так. Быстрый результат. Вот здесь как бы автор явно слукавил, но я думаю, что здесь вполне очевидно, почему он так сделал. Если бы он написал «быстрый результат через один месяц», то никто бы этот курс не покупал. Но те, кто купили этот курс, они явно не пожалели, хотя как бы и чуть-чуть здесь неточность. Потому что курс реально рабочий. Это не... Вот я все как бы подтверждаю. Вот автор. Опять-таки с автором я связался, пообщался в текстовом режиме, подчеркиваю, не по скайпу, не голосом. Получил ответы на основные мои вопросы. И поэтому я с, как бы, ну не с честью, гордостью, а с чистой совестью могу сказать, что автор отвечает и... Рекомендую вам данный курс. Так, прочитайте, вот это посмотрите. Вот это вот все вполне реально, но не через месяц, не через два, сразу скажу. Где-то через полгодика, год упорной работы, да, вполне возможно.
Так. Это опять-таки просмотрите. Для обзора это несущественно. Я только показываю то, что важно. Схема работает 100%. Опять-таки подтверждаю, потому что ссылки продавались, продаются и будут продаваться до тех пор, пока существует интернет, а интернет существует до тех пор, пока есть сайты. А всем сайтам хочется выйти в топ. А как выйти? Нужно закупать ссылки. Чем больше ссылок ссылаются на сайт, тем сайт поднимается выше. И, следовательно, люди закупали, закупают и будут закупать ссылки. А вот тут вы со своими сайтами, хоп, пожалуйста, покупайте. И люди будут у вас покупать. И это не сказка, это, ну, как бы сказать, это реалити интернета. Да, это так. Теперь, нужно ли вкладывать дополнительно деньги? Нет. Однозначно нет, вообще не надо. То есть все делается на бесплатное. Почему? Автор отвечает на этот вопрос в курсе. Если хотите, создавайте платный блог, вот, допустим, как у меня. Влаживайте деньги в доменное имя, в содержание, в дизайн. Но для продажи ссылок это не нужно. Маломощный компьютер вполне подойдет. Знания не нужно. Что нужно делать? Это нужно создать сайт, наполнить статьями. И, как говорится, в определенном сервисе сделать как бы заявку, и люди начинают вас искать. Все. Не так все это и сложно. Так, что получаете? Видеоуроки. Так, папка с курсом. Сейчас я покажу. Так. Как это работает? Значит, берете всю информацию и все делаете. То есть внимательно, еще раз подчеркну, внимательно просмотрите курс. А потом как бы делайте. Даже можно, так сказать, два раза просмотрите, потому что курс мощный. Информации, особенно для новичков, будут просто, ну, не знаю, супер море информации, потому что столько всего. И я уже на блоге говорил, и сейчас поговорю чуть дальше, скажу, что некоторые моменты я просто реально не знал. Да, я владелец блога, да, я его продвигаю, но некоторые вещи я не знал. Теперь знаю. Хотите знать? Рекомендую также приобрести этот курс. Так, гарантия. Опять-таки считаю, что она не нужна, потому что если вы будете делать, все получится. Теперь давайте посмотрим детально, что же находится внутри курса. Значит, автор предоставляет два варианта. Вот такой на сайте и можно скачать. Естественно, ссылку на скачку я скрываю, она находится выше. Значит, первые уроки введения знакомят вас с глава, что, как, зачем, почему. Здесь во второй, как вставлять статьи. Я уже точно, честно, не помню как, но вот эти четыре урока плюс введение, они покажут вам, как, где, почему и зачем все это делать. То есть, если вы хотя бы хоть чуть-чуть можете продвигать сайты и можете писать статьи и уникальные, вам этого курса вполне достаточно. Значит, вот здесь автор приводит, можете посмотреть, как выглядят сайты. Естественно, настоящих он здесь не положит. Почему? Потому что я не положу и не покажу те сайты, которые мне приносят доход. Как бы вы ни просили, я этого не сделаю. То есть вам автор показывает примерно, как они будут выглядеть. Делайте точно так же, а то и лучше. И вот теперь как бы здесь маленький нюансик. Вам предлагается после изучения основного курса купить VIP-версию. Я рекомендую купить сразу две. Почему? Потому что в первой части вы научитесь как бы автоматически делать, а в VIP-версии, чуть ниже покажу, там просто, ну не знаю, море информации по всем этим вопросам. При том, что все это вы будете делать бесплатно. Значит, крайне рекомендую этот курс приобрести и сразу VIP-версию. Цена у них приблизительно одинакова. Бонусный курс также вам дается и в той версии. Можете посмотреть заключение слова автора. Так, что хотел сказать здесь главное. Ну, главное в том, что вы должны работать. Просто так ничего не бывает. Поймите, если вы попали на мой блог, то вы уже просмотрели и поняли, что здесь у меня все достойные курсы, на которых нужно работать. Хотите халявы, покупайте те курсы, которые вам идут по спаму. Вы просто деньги выкинете на ветер и все. И вы ничего не заработаете. Здесь я предоставляю обзоры свои. Свою как бы гарантию даю только на те курсы, которые я реально изучил и знаю, что они будут работать. Теперь давайте посмотрим, что касается VIP-версии. Вот она уже скачана у меня. Смотрите,
сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь уроков. Бонус, ну это вообще просто бомба. Там автор реально дает советы, которые вы не встретите в интернете, рассказывает про некоторые сервисы. Один сервис, я очень благодарен автору за то, что он его, как говорится, спалил, потому что я его не знал, а он очень сильно поможет при продвижении сайтов. Значит, вот здесь вот вступление бесплатное. Ну, давайте по порядку. Бесплатная расскажет, чем отличается бесплатная одна от другого платформа, как менять шаблоны. А вот это вот самое главное начинается. Проверка уникальности и проверка страниц в индексе. Без этого у вас не получится ни заработать, ни нормально вести сайт. Прокачка – это вообще бомба. Потому что вот здесь предлагается вам прокачивать свой сайт абсолютно бесплатно. А вот здесь есть еще один сервис, о котором сказал, который поможет выяснить, кто же поможет вам. Ну, такая вот каша получилась. Продвинуть свой сайт бесплатно. И это, поверьте, легко. Я был в шоке, когда об этом узнал. Ну и добавление в сервис, чтобы вас люди сами искали. А вы только подтверждали, хотите или не хотите получить ту или иную заявку. Теперь бонус. Смотрите. Необходимые сайты и биржи, куда вам все это делать. Дополнительные файлы. Программа. DoFollow, база трастовых, необходимые сервисы. Ну, то есть здесь вот такие как раз VIP-версии есть все. Соединяем первую часть и VIP-версию, получаем просто реально бомбовский курс, который будет вам приносить деньги постоянно, но подчеркну, не мгновенно, а через месяц, через два работы. Это действительно факт. Как бы за это я уже могу поручиться. Так, ну вот как бы и все. Теперь вернемся на мой блог. Так, что еще не сказал? Нужно для заработка создавать сайты, нужно потрудиться, как автор говорит. Денег вкладывать не нужно вообще, даже скрытых источников нету. То есть все делается бесплатно. Ну, хотите, конечно, вбухивать деньги в рекламу сайта. Я лично, по крайней мере, на данном этапе, на момент написания обзора, я не вкладываю деньги в продвижение сайта. Не вижу в этом смысла, по крайней мере, на этом этапе. Потому что люди, и вы в том числе, смотрите сайт и обязательно поделитесь в социальных сетях, для того, чтобы другие люди знали, на каком сайте можно спокойно покупать курсы и не бояться, что их кинуть и так далее. Я как бы отвечаю за свои слова. Так, вот еще раз просмотрели. Нужных вложений нет. Самое главное стоит в том, что... А, вот что я забыл сказать. Вот как видите, нужно смотреть и текстовую, и видеозапись. Дело в том, что вы можете создать 5, 10, допустим, 100 сайтов, к примеру. Да, большая цифра кажется, но на самом деле не очень. Вы создали 100 сайтов, раскрутили их потихонечку, не спеша, а можно и побыстрее. И потом повесили на них баннеры, вот такие вот. Повесили текстовую рекламу, повесили рекламу от Яндекса, от Гугла и так далее. Ставите вечные ссылки, продаете. То есть вы получаете 1, 2, 3, 5, 10 различных источников дохода с каждого одного сайта, а у вас их 100. Думайте и считайте сами. То есть вот это как бы для тех, кто хочет заняться реальным способом. И как я неоднократно писал в статье, этот способ не зависит от капризов покупателя. Сегодня хочу, завтра не хочу. Ну вот, к примеру, давайте хочу, не хочу скажу. Вот я повесил баннер «Летающий миньон». На момент написания статьи его никто не купил. Никто. Хотя он висит, ну не знаю, дня 4, наверное. До этого были часы. Часы купили один раз. То есть все, часы не модные, миньоны не хотят покупать. То есть люди капризничают. То хочу, то не хочу, то надо, то не надо. А ссылки нужны всем. Потому что сайтов все больше и больше. Люди понимают, что без своих сайтов уже практически нереально заработать в интернете. А создать сайт-то легко, а вот его продвинуть, раскрутить, вывести, как говорится, в люди, вот эту информацию на просторах интернета, ну, я бы не сказал, что вы спокойно уж так найдете в открытом доступе. То, что я узнал, автор говорит, он спалил. Да, реально он спалил. Потому что об этом я ни на одном блоге по продвижению не читал. Вот так вот. А здесь я узнал и очень-очень доволен. То, что я вложил деньги, абсолютно верно. И они мне вернутся не в трехкратном, а, наверное, в тысячукратном размере. Это я просто уверен. Значит, вердикт однозначно рекомендую тем, кто не боится работать и реально хочет зарабатывать. Ссылки можно продавать. Они стоят, там, не знаю, от 1 копейки до 1000 рублей и больше за одну ссылку. Ну, соответственно, те, которые за 1000 рублей, сами понимаете, что вот даже я со своего блога в данный момент не могу продать ссылку за 1000 рублей. Ну, максимум, ну, пятихатку мне дадут. И то
Ну, да, где-то так, может быть, пятихатку, ну, может быть, штуку, но не больше. Хотя это тоже навряд ли. А, так что реально, думаю, пятихатка. А если раскрутить блог побольше, и ссылка стоит будет побольше. Так что думайте, много блогов, много сайтов, много ссылок, соответственно, равно много денег. Ну, вот как бы все рассказал. Как бы опять вау, сколько денег. И теперь интересный бонус от меня. После того, как вы оплатите этот курс, и желательно, еще раз подчеркну, VIP-версию купить сразу, чтобы у вас сразу слаживалась одна целая картинка. Вы бонусом от меня получаете супер книгу, которая называется «Секреты продвижения сайтов». Там что-то трюки, примочки, такое. Книга бомбовская, написана в 2015 году, и там реальное продвижение. То есть вы узнаете, что, как, зачем, почему. Бонусы, которые я всегда делаю, они дополняют тот курс, который я рекомендую, чтобы вы получали именно то, что нужно. Если сюда раньше я предлагал, допустим, в предыдущем курсе метод продвижения в Одноклассниках, то в данном случае Одноклассники вообще никак не влияют. Ну, хотя можно постараться, что они будут влиять на ваши сайты. Вам нужны секреты продвижения сайтов. И я вам эту книгу даю. Вам осталось лишь нажать на кнопочку «Я хочу научиться», оплатить один курс и VIP-версию удобным для вас способом. Вы получаете от меня секреты продвижения сайтов. Спокойненько садитесь, изучаете и начинаете работать. Через месяц, через два максимум вы начинаете получать первые копеечки, которые потихоньку ручейком будут вытекать в очень большую-большую речку, если вы этого захотите. Это как бы мое мнение. Теперь обязательно поделитесь этим обзором в социальных сетях, потому что ваши друзья тоже хотят зарабатывать. Они устали покупать курсы однодневки, курсы пустышки. Нужно брать те курсы, которые реально работают на перспективу. Этот курс, ну, 100% на перспективу, потому что ссылки есть, были, есть и будут всегда. Да, это по-любому. Теперь обязательно подписывайтесь на обновление канала YouTube, обязательно подписывайтесь на обновление моего блога, будете получать только проверенную своевременную информацию и никакого спама. Со словами «купи» и так далее ничего нет. Только я делаю обзоры, вы принимаете решение, нужен вам этот курс или нет. Я рекомендую подписаться и выбирать те курсы, которые я рекомендую. Для тех, кто купил курс или у кого есть вопрос, пожалуйста, оставляйте комментарии на моем блоге. Постараюсь ответить. Как говорится, отвечу всем, но на вопросы там нытиковые, хлюпиков и так далее, я не могу, я не хочу, я не буду, извините, я отвечать не буду. Также там, что этот курс не работает, полный бред. Курс работает 100%. Ну вот как бы так. Еще раз повторюсь, что мое мнение, курс рабочий. Нужно обе версии, и обычная, и VIP. Тогда вы получаете полную картинку, плюс книжку от меня, и вы спокойненько начинаете делать сайты и со временем зарабатывать. Так что жмите на кнопку «Я хочу научиться», приобретайте и начинайте строить свой бизнес в сети интернет. С вами был Александр Жук. До скорых встреч. Пока-пока.